Собачье сердце. Елена Гейли. Щенку приснился необычный сон. Конечно, это случалось и раньше, но этот сон был особенным. Ему привиделось, как будто бы животные стали сами выбирать себе хозяев. Как будто бы щенок со своей мамой собакой шел по улице и смотрел по сторонам. Разглядывал проходящих мимо людей. Люди были разные, молодые, старые, красивые и не очень, богатые и бедные. Но их объединяло одно – любовь к ним, собакам, ко всем без исключения. Люди просто мечтали стать хозяевами собак и разделить с ними все радости и печали своей жизни. Они то и дело встречались на пути и просительно смотрели в глаза, протягивали руки, чтобы погладить. Щенку тоже нравились люди. Они казались ему забавными, немного странноватыми и беспомощными, но все же очень-очень симпатичными. «Мама, давай заведем себе хозяев!» — весело прогавкал щенок, глядя на небольшого мальчишку с коньками. «Зачем тебе хозяев? Только хозяев нам не хватало!» — недовольно прорычала мама собака. «Как зачем? Будем с ними гулять, играть, защищать их!» — ответил щенок и посмотрел на небольшого мужчину в серой куртке. «Только не этого!» — взгвизнула мама. «Какой он огромный! Еды на него не напасешься! Да и храпит, наверное. Нет, даже и не думай!» «Ну, мам, мам!» – проскулил щенок. «Ну, давай заведем кого-нибудь! Вон какая тетя из магазина выходит! Она на нас так жалобно смотрит!» «Вот еще!» – опять прорычала собака. «Ну и что, что смотрит? Они все так смотрят! Что теперь, всех брать? Кто мужа, от нее косметикой пахнет!» «Мама, посмотри, какие у нее глаза! Наверное, она умная, хоть и человек. Вот будет она брызгаться лаком для волос, а мы и скажем: фу, нельзя, она и не будет больше!» «Да, а если у нее дети появятся, что делать, куда их пристраивать? Знаешь, как трудно найти сейчас свободных, хороших собак, чтобы пристроить хозяйских детей. Кому они будут нужны, а? Пойдем скорее домой!» Щенок вздохнул и грустно побрел за мамой. Проходя мимо озера, он привычно осмотрел и обнюхал берег. Потом перервал взгляд на просевший серый лед, сквозь который кое-где местами проглядывала черная холодная вода. И вдруг увидел этого мальчишку. Мальчишка уже совсем ушел под воду. Он пытался кричать и звать на помощь, но холод сделал его голос слабым и хриплым. Люди со своим примитивным слухом не чуяли его. Щенок принялся громко лаять, а собака сразу бросилась на лед и поползла к полынье. Щенок посмотрел на как мать осторожно приближается к воде, и от волнения крутился на месте, словно волчок. Собака медленно, широко растопырив лапы, придвинулась к черному краю. К тому времени мальчишка уже совершенно выбился из сил. Он старался удержаться руками за ледяную кромку, но тяжелая намокшая одежда тащила его вниз. Собака цепко ухватила зубами за рукав его куртки, уперлась лапами об лед и подтянула, что было сил. Лег вокруг опасно затрещал, но выдержал. Мальчик, помогая второй рукой, отчаянно карабкался из воды. Собака, пуская его ни на секунду, пятилась упорно назад. Щенок прыгал и визжал от радости. Вот уже мама и спасенный мальчишка совсем близко. Вот уже они на берегу. Спасены! Какое счастье! Однако какой же у этого маленького человека испуганный и жалкий вид. Большущие от страха глаза, на побелевшем лице посиневшие губы, мокрые волосы. А эта глупая никчемная одежда совсем не греет, а наоборот, только больше холодит. «Ну вот, и что с ним теперь делать?» — тяжело дышать, спросила мама собака. «Мам, он очень замерз и ужасно мокрый. Давай заберем его к себе, хотя бы на время, а то он пропадет от холода. Зачем тогда надо было его спасать?» «Ну ладно, уговорил, не бросать же его тут в самом деле», — сказала собака. «Но ты должен знать, что хозяин — это не игрушка, тем более молодой хозяин. Он в школе учиться будет, спортом заниматься. Ты готов делать с ним трудные уроки, играть по морозу в хоккей и слушать эту ужасную музыку в наушниках, часами смотреть в компьютер? Подумай хорошенько, прежде чем завести себе хозяина».
Я уже подумал, мама. Радостно залаял щенок и прижался к мальчишке, пытаясь огреть его. Я буду все это делать. Буду встречать и провожать его в школу и на стадион. Буду играть с ним и защищать от других людей. Буду даже с ошейником и поводком гулять. В этот момент щенок проснулся. Он открыл глаза и осознал, что лежит на берегу озера. Щенок давно уже ничего не ел. С тех пор, как бывшие хозяева вышвырнули его на улицу. К тому же он порезал лапу бутылочным стеклом, и рана никак не хотела заживать. И вдруг опять увидел этого мальчишку. Ну, конечно, это был он, тот самый. Та же красная куртка и шапка, те же глаза и лицо. Но на этот раз он только-только спускался с берега и был не один, а с другом, большим толстым мальчиком. Они, весело болтая между собой, подходили к широкой полынье. В руках у него оказались серые комья снега, которые он стал беззаботно кидать в воду. Его друг тоже весело хохоча взялся за снежки. Лед вокруг был тонким и ненадежным, еще чуть-чуть и даст опасную трещину. Щенок вскочил на ноги и, собрав все свои оставшиеся силы, кинулся на озеро. Он кубарем скатился с берега и так громко и пронзительно залаял, что ребята обернулись и остановили свою игру. Щенок летел, застревая в снегу, так быстро, как только мог. Он позабыл и про свою рану, и про закоченевшие от мороза лапы, и про болезненную слабость от голода. Он очень боялся не успеть, не защитить маленького человека от страшной беды. Наконец он подбежал, завертелся, засуетился рядом и жалобно заскулил. Друзья с интересом разглядывали его. «Смотри-ка, собака бродячая! Наверное, кто-то выкинул», — сказал толстый мальчик. «А давай его в воду бросим, посмотрим, плавает он или нет. Все равно она никому не нужна. Не надо бросать, это же живой щенок, совсем маленький», — сказал мальчишка в красной куртке. «Он и так весь мокрый и замерзший. Я возьму его к себе, если мама разрешит, а то он умрет от холода. Пошли отсюда, а то лед сейчас, кажется, рванет». Мальчишка взял щенка на руки и прижал к себе, согревая под корточкой. Щенок посмотрел ему в лицо и, благодарно лизнув подбородок, закрыл глаза.